Так, вот сегодня к нам в офис пришла Катерина и хочет рассказать о своих результатах применения и как она пришла в нашу компанию. Вот как вы познакомились с нашей компанией? В компанию я пришла благодаря своим детям. Болели часто, поэтому подружка рассказала, и я как бы поверила, пошла. Вот какую-то информацию вы где-то почитали, да, вот о компании? Или... Нет, мне рассказала подруга. Вот, и пригласила меня на встречу послушать. Вот, я очень рада, я очень горжусь этой компанией, потому что у нас замечательные ученые. Вот. Наша компания впереди планеты всей, на самом деле, потому что таких разработок больше нигде нет. И ну, я, правда, очень счастлива, потому что детям моим, и мне в частности, и вообще всей моей семье, и родителям очень помогают наши капельки, наша водичка. Ну, то есть при знакомстве вы увидели, да, вот первоначально, что здесь много докторов, ученых, да, что это не какая-то вот... Да, это был огромный, конечно, показатель для меня, потому что можно было проконсультироваться, и как бы это достаточно серьезно. То есть не так тебе кто-то там сказал, подружка какая-то там, попей там что-то где-то как-то. А ну, я получила действительно консультацию от врача, и для меня это очень важно. Это все доступно, и онлайн, пожалуйста, можно консультироваться. Ну и много информации там, допустим, вот на Ютубе, да, вот вы смотрите выступления наших врачей, ученых. Конечно, это тоже... обязательно. Это очень все интересно и поучительно. То есть, ну, даже для каких-то новых своих знакомых это как бы большой плюс того, что человек может посмотреть, да, это видео там ученых-докторов и не сомневаться в компании, да, то есть да. У него сразу приходит уверенность. А вы вот результаты какие как бы сами получили? У меня, ну, лично мой результат есть, ну, такой для меня очень значительный. Я с детства болела ангиной, хронический тонзиллит. У меня уже к моим сейчас годам, он уже перерос в хроническую форму. Поэтому вот как бы за 2,5 года применения, вернее, за 3 года применения, вот как бы первые полгода я приводила себя в порядок организм. И, собственно, вот 2,5 года я вообще не болею ангиной, вообще. Ну, вообще оно такое серьезное заболевание, оно же с температурой проходит, да? С температурой, с осложнениями. У меня всегда это было с осложнением, потом бронхит, и как бы, ну, всегда тяжело протекало. То есть, в общем, забыли, да? Как да, оно? 2,5 года я уже не помню, что это такое. А продукцию вот начали применять, когда именно была ангина, да, или просто вы начали применять, и потом нет, уже я заметили? Нет, так как она у меня была практически постоянно, то есть раз в месяц я болела, и очень часто болела, то, считаю, я больная, собственно, начала ее применять. И за сколько продукция справилась с таким заболеванием серьезным? Ну, 1,5 года точно я применяла, как бы. Сейчас я применяю все, не останавливаюсь, мне все очень нравится, ну, уже в профилактических дозах и как бы... Ну, я имею в виду вот острое, когда она возникает, когда температура у тебя, вот, и острое прям воспаление идет. Ну, у меня было, да, у меня было обострение, у меня месяц у меня что-то непонятное выходило, постоянно гной выступал, и, ну, как бы, нос был внутри, там все это заложено, ну, в общем-то... Своего рода чистка была, да? Да, да. И после этой чистки вы... Получается, что, ну, я забыла, стали что такое здоровым было. Человеком. Да? Ну да, это счастье на самом деле. Да. Еще есть у меня результат кости сустава. У меня была гингрома правой руки. Врачи сказали, что нужно только оперировать. И порекомендовали уволиться с работы. Это в каком месте у вас на руке? Можете показать? Да, вот она кисть, вот они эти суставчики. А, вот, здесь, да? Вот они суставчики вот эти вот. И они как бы на правой руке, она была воспаленная, прям шишка была. Было очень больно, ну, вот так не могла даже делать, ну, как бы было правда больно. И мне сказали только оперироваться, на что я как бы сказала, нет, спасибо, не надо, ушла, а врач мне вдогонку сказал, ничего, придешь. Но я не пришла, потому что принимала наши кости и суставы. Я делала компрессы, вот, и, соответственно, пила, применяла вовнутрь. И могу сказать, прям поделиться, ну это правда здорово, я была ошарашена даже таким скорым результатом, потому что во вторник, как сейчас помню, во вторник я начала применять кости и суставы, а в пятницу я проснулась, у меня уже шишки не было. Как здорово. Да, это прям
Здорово. А по вот по этой шишке вы применяли, получается, какие препараты? Ну, ко всем, как бы, то, что я и так применяла, сальтом, реликтум, основные там какие-то препараты. Ну, не буду уже вдаваться в подробности, что это и лор, и так далее, и так далее. Много, я много чего применяю с продукции. Ну, вот конкретно добавила кости и суставы. И делала компресс. А по тонзиллиту? Тоже, в принципе, салютом реликтум, да? Реликтум, тимус-1. Это иммунитет, да? Да, лор, естественно. Потому что легкие мы принимали, и дети, и я. Mm-hmm. И получается, у вас сейчас в семье, да, не так уж часто болеют дети? Да, дети у меня сейчас здоровы. И все здорово. У детей, то есть, если что-то возникает, да, там, ну, какие-то там, вот вы говорили, ячмень или конъюнктивит тоже, в принципе. А, да, было такое у нас. Один раз у ребенка был конъюнктивит. А один раз у другого ребенка был ячмень, да, и результаты мы по визуму тоже очень хорошие получили, потому что там буквально за 2-3 дня применения, ну, капли для глаз, да, визумом именно. Угу. Единственное, я хочу добавить, что применяли мы там каждые 2 часа я капала. Угу. Ну, очень хорошие отзывы, спасибо вам, и, как бы... Применяйте нашу продукцию дальше. Спасибо. Мы не свернем с этого пути. Все.